Я вам задам три вопроса, на которые вы должны ответить все сразу, то есть хором. Готовы? Да. Давайте хором попробуем. Готовы? Да. Какого цвета чистый лист бумаги? Белого. Какого цвета снег? Белого. Что пьет корова? Молоко. Воду. Молоко. Многие из вас ответили молоко. Как вы думаете, почему? По инерции пошли. По ассоциации. По ассоциации. Почему? Именно молоко. Белый. Потому что, нет, корова дает обычно молоко, потому что не пришло. Хорошо, молодец. Снег белый, лист бумаги белый. И корова, белое молоко. Молодец. Видите, с образным мышлением у нас с вами все в порядке. Давайте пойдем с вами дальше. Перед вами четыре картинки. Что связывают эти картинки? Или каким одним словом они объединены? Кросс. 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 Если мы начнем с первой картины, то изображена выдающаяся актриса. Забыл фамилию мне. Кто подскажет? Марсия. Марсия Кросс, да. Молодец. А дальше фильм идет «Пес Барбос» и «Обычный кросс». Хорошо. Здесь дети бегают, сдают кросс. А вот здесь кроссовка, обувь для кросса. И на кроссовке есть кроссовка. Хорошо, молодцы. Значит, каким словом они все объединены? Кросс. Слово «кросс» произошло от английского «кросс» пересечения. Скажите мне, пожалуйста, как в этот ряд вписывается слово «кроссинг»? Знакомо ли вам это слово? Если не знакомо, то учителя английского языка могут мне помочь. «Кросс» у этого слова общий корень с данными предыдущими словами. «Кросс» – пересечение. Пересечение чего? Общий знак «кроссинг». Надо подумать. Слово «кроссинг» означает «пересечение смыслов» и придумано авторами по аналогии со словом «кроссворд». В отличие от кроссворда, где все клеточки пусты, в кроссинге они уже заполнены картинками. Перед вами пример кроссинга. Обратите внимание, здесь 9 квадратов, и все они заполнены изображениями. То есть, в отличие от кроссворда, где все клетки у нас пустые, кроссинги, они заполнены рисунками. Как же читать этот кроссинг? Как же решать этот кроссинг? Мы пока с вами оставим его и познакомимся с вами с способами чтения. Как видите, их три. Первый кроссинг нужно читать с первого квадрата. Дальше идем только вперед и останавливаемся на центральном пятом квадрате. Второй кроссинг нужно начать. Можно начать как с первой, так и с любой узнаваемой картинки. Но суть в том, что центральный пятый квадрат по смыслу связан со всеми изображениями в данном квадрате. И третий способ чтения кроссинга – это когда мы идем по периметру квадрата и по центральному кресту между указанными квадратами. Уважаемая группа, перед вами кроссинг, который вы должны в течение 2 минут разгадать, составить ассоциативную цепочку посредством взаимосвязи изображений. Уважаемые коллеги, раньше мы, учителя, учебное заведение пытались дать своим ученикам образование на всю жизнь. Сейчас новый образовательный стандарт ставит перед нами иные задачи. То есть мы должны научить своих учеников самим добывать знания, самим получать знания. То есть образование на протяжении всей жизни. Как же этого добиться? Учитель ищет разные приемы, технологии, методы. И вот кроссинг, как
как и чекмейт, как методический прием, помогают нам с вами в этом. То есть применение кроссинса в учебном процессе способствует логическому мышлению ученика, образному мышлению ученика, самостоятельности, инициативности и развивает творческие способности. На каких этапах урока учитель может применить этот методический прием? Это на этапе проверки домашнего задания, когда кроссинс у нас является образной опорной системой. То есть, вот, например, на уроках литературы, после прочтения биографии писателя или поэта, или после прочтения произведения, по сюжету составляется кроссинс, и учащийся рассказывает по этим изображениям об этом писателе или о произведении. Дальше. Вы видели при формулировке темы урока, постановке цели урока очень хорошо. И дальше я думаю, что при организации групповой работы особенно кроссинсы мы составляем на заданную тему из прихожих изображений на уроках развития речи при подготовке к основному государственному экзамену к заданию 15.3. Также кроссинс очень хорошо как творческое домашнее задание. Кроме того, кроссинс как творческий проект, коллеги, можно применить и в неклассной работе по предмету из класса. Например, кроссинс можно составить по теме классного часа, по случаю юбилейной даты. Это может быть кроссинс открытка ко дню рождения одноклассников или как с кем в газетах. Перед вами кроссинс. В центре у нас известный всем вам ученик Галимзяна Альберт. Вы очень хорошо его знаете. Так, этот кроссинс был составлен ко дню рождения Альберта. Давайте попробуем, что же здесь изображено, почему именно эти рисунки подобраны. Так, начнем. С баяна. Нет, давайте начнем с первой картинки. Рыбалка. Альберт любит рыбачить. Хорошо. Мы читаем, давайте тогда по второй схеме, когда все изображения у нас идут к центру, к пятому квадрату. Дальше. Он играет на баяне и здесь баяне. Дальше. Молодцы. Дальше. Правильно, Альберт родился 16 декабря. Дальше. Через сборную команду школы, романы. Дальше. А это смотрит сериал. Да, любимый. Математика его нет. Так, это, наверное, любимый. Правильно. Вы читали этот кроссинг по второму способу. А я покажу вам, как нужно читать этот кроссинг по нашему первому способу. Видите? Рыбак и известный аккордеонист виртуоз Дранга. Всем известный, успешный человек. Когда рыбак поймал большую рыбу, он счастлив. Он поймал большую добычу. Петр Дранга с помощью своего аккордеона добился успеха. То есть в руках рыба, в руках аккордеон. Дальше. Черно-белые клавиши аккордеона и мишени. Черно-белое визуально можем связать. Стрелец и мишень. Тут объяснять не нужно. Дальше. Рональдо. Он известный футболист, нападающий, цель которого попасть в ворота противника. Да. Рональдо и физрук. Футбол – это физкультура. Здесь не зря пятый сезон у Альберта по физкультуре 5. Физкультура и математика – это учебные предметы. Шестой класс – это показывает, что Альберт – это ученик шестого класса. Кстати,
Прочитав биографию Эйнштейна, мы узнали, что Эйнштейн с детства в школе любил только один предмет. Этот предмет был математика, связь. И впоследствии он стал великим математиком. А что связывает Альберта и Альберта Эйнштейна, это уже понятно. Дальше можем идти. Видите, в руках безземной шар, тоже радость, и в руках рыбака тоже у нас рыба. Вот видите, вот такая цепочка помогает детям образно мыслить, составить свой рассказ, что очень важно на уроках русского языка и литературы. Уважаемая фокус-группа, 2 минуты, надеюсь, прошли. Попробуйте, что изображено на этом квадрате, на этом квадрате. Мы идем, наверное, по первому типу, по цепочке. Наша фокус-группа решила, что здесь Бабьяга, да? Бабьяга – это главный герой, не могу сказать, живет в избушке на куриных ножках. Согласны? Дальше избушка на куриных ножках, здесь же стоят куры, тоже с ножками. Значит, совпадают куриные ножки, куриные ножки. Идем дальше, третий рисунок. Написано не акция, хотя это очень пустая красота, наверное, не заметит вашу комнату. Написано курица лапа. А курица лапа, да, да, правильно. Дальше стоит оценка 2. Два – это решение дурацкое, поэтому, наверное, мы помогаем кричать, что выжил. Дальше еще я могу понять, в нашей фокус-группе говорили, что это тетрадь клетку и попугай клетки. Есть какая-то дурацкая. Да, очень хорошо. Дальше. Следующий, 9-й рисунок говорит о том, что это страна дураков, где Буратино собирается посадить свои монеты, кот Базилий и Лиса, и выросли какое-то дерево, но денежное. Дальше у нас идет бабочка. Бабочка у нас вырастает из куклы. И Буратино считает тоже, Пиноккио же сделал куклу из деревянной, да? Теперь идем на машину. Да, папа Карло, извините. Здесь 2 крыла у бабочки, здесь крыла, 2 крыла у машины. Значит, крыло и крыло совпадают здесь. У машины есть дворник, очищает стекла. У нашего это тоже дворник. Родители тоже нужны. У дворника 2, у бабьяги тоже 2. Так можно, по-моему, целую. Отлично, уважаемые коллеги. Вы справились с кроссенсом. Но если этот кроссенс дать учителям разных предметов, и у них будет разные ассоциативные рассказы, цепочки. То есть в этом уникальность этого методического приема кроссенса. Так, уважаемые коллеги, свой мастер-класс я начала с 3 вопросов. Сейчас я хочу, чтобы вы охарактеризовали кроссенс как методический прием с помощью 3 слов. Но все слова должны быть одной и той же части речи. Попробуем. 3 существительных. Какие 3 существительных? Бодство, ассоциация, логика. Отлично. Я, наверное, речи хочу попробовать. Во-первых, как говорится, так говорится. Интересно, креативно, не запретно. Отлично. Так, прилагательные. Может кто-нибудь из зала желать? Интересный, познавательный, сложный. Да. Естественно. Так, и 4 глагола. Ты сравниваешь, находишь, рассказываешь. Молодцы. Вот эти все слова, и существительные глаголы, и наречия, и прилагательные раскрывают суть кроссенса как методический прием. Таким образом, уважаемые коллеги, цель кроссенса – это не научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска ученика. Свой мастер-класс хочу закончить словами великого историка Карамзина. Не мешайте другим мыслить иначе. Спасибо за внимание.